вот еще один калаш. Самое последнее, самое новое, это Infinite Warfare. За покупку определенного издания в подарок шел Modern Warfare Remastered, ну ремейк, вот эта часть, это игра 2007 года. С обновленной графикой, обновленным движком. Она интереснее, да, она интереснее. Двигай быстрее давай. А ты, кстати, Фанта, подожди, ты отписался вчера, да, вроде? Потому что я вижу, что у меня на два человека меньше стало. Нет. Это просто вопрос. Ничего личного, просто бизнес. Блять. Пронесло. А, нет? Я думал, вчера. Огонь по ним! Заходим! Заходим! Ага, неделю назад. Расстрелять его. Стойте! Вражеский танк на дороге! Враг атакует из укрытия! Команда 6! Т-72 за зданием! 60 градусов слева! Можете открыть огонь! Прием! Вас понял, да, Мишель! Он у меня на терморадаре! Переключаюсь на ручное! Я помню. Отлично, кабан. Многих перебили. Теперь убираемся отсюда. Дороги. Вас понял, Б-6. Так это... Долги еще. Б-6, второй взвод направляется к вам. Там. Доложите обстановку. Прием. Ценный груз цел и невредим. Мы почти у 4-го шоссе. Скоро должны увидеть второй взвод. Так делать. Лейтенант Васкис, со связи бюро 2-5. Приближается оперативная группа для захвата Аль-Асада. Объявляется аврал, так что все срочно на борт. Прием. Ну все, сейчас будет миссия с ядерным взрывом. Мне интересно, НЗТ это здесь? Ради интереса. Ради интереса.